Кстати, тоже хорошая идея. Дай-ка я тоже починюсь. Мачете. Ой, нет-нет-нет-нет, мне вообще ее надо будет выкинуть. Продать кому-нибудь. Если торгаша найду. Фух. Ну как ты, живой сам? Живи всех, живи. Ожидание других игроков. Отлично. Куда у нас локация? Блин, канализация опять. Вот теперь нам обратно, что ли, по канализации надо куда-то гнать? А, быстренько пробежим сейчас с тобой. Да, можно. Трэм. Так, погнали. 300, правда, 300 с чем-то метров. Упс. Так, вот видишь, там уже кто-то есть. Да. Есть патрон. Ой, еще там этот толстяк. Сзади, сзади, сзади. Отходи, 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 отходи. Смотри, хорошо, здорово. Так, давай просто пробегаем мимо них и все. Пробегай мимо них. Потому что у меня куча с оружием. С оружием проблем. Че, побежал там, нет? Прыжок. Нет еще. Все, побежали. Подруга! Подруга, бля! Кто тебя там? Ёбаный по голове! Спокойно, спокойно. Подруга! Че тебя там завалили? Тут, короче, я не могу подойти к лестнице, давай спускайся. Ну выпрыгивай, беги обратно-то. Аптечку в количестве, здесь есть баллон, да, я сейчас скину на них. Так. Так, толстяка сейчас из жардя убью. Жардяя поджог. Угорит. Все, он сейчас сдохнет. 709 опыта дали. Беги сюда, здесь свободно. Так, за тобой никого. Я там всех подпотрошил немножко. Молодец, так и надо, так и надо. Так, кто-то здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кто возьмет из себя? Сейчас дай куклу поставлю. Ну, ладно. Открыл, так открыл. Давай, руби его. Руби, Филипп. Сейчас я кукри поставлю быстренько. Задание, инвентарь. Что за дверка? Фу. Ой, пар, только в пар не попадай. Погнали, погнали, не останавливайся. И самое главное, не останавливайся. Ой, у меня девушка какая-то здесь. Просто Рэмбо. Знаешь, такой взрывоопасный. Погнали быстрее. Ну-ну. Че, успею, 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 успею здесь. Успел. Благодари меня, Филипп. Я просто газировки напился. Так. Опс, это мой. Yes. Вообще замечательно. Ну гори, 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 ясно, чтобы не погасло. Все, он сдох. Чего мне опыт не дали за это? Блин, это же обидно так. Ой, полопотел, блин. Че? Я говорю, полопотел. Просто так дверь открыл. Спасибо. Ой, теперь ты мне помогаешь. Что такое? Ну меня убили. Все, возвращаюсь. Ну ты не успеешь, блин. Пизди. Ну, не успел. Как, не успел? Ну я же не рядом с тобой очутился. А, блин. А я прям. Ну ты же дверь передо мной закрыл, а там этот был. Я просто даже не знаю, сколько с меня сняли. Сейчас я посмотрю еще. $61. 61. Написано, взято 61. Это ты взял. Давай. Все, я бегу. Так. Ну чё? Ну опять зачем? Вот из-за того, что дверь... Да хорош тебе дверь закрывать. Так, ой, ладно, как хочешь с ним. Нам... Ой, еще 200 метров, обалдеть. Ну и канализация здесь, конечно. А вот этот еще. Опс! О, аптечка средняя, отлично. Это воздалось мне за мои труды. Вы можете... Опс. Сзади этот, взрывоопасный. Так, ну чё, побежали, побежали, не останавливайся. Так, бежим, 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 бежим. Ой, очнулся этот.
Короче, толстяк, давай быстрее проваливать отсюда. Ой, бьется еще. Вверх закрыть. Не надо. Упс. Это собака. Ладно, фиг с ним. Забью на него просто. Метла не нужна. Нет. Можешь себе взять. Да пошли. Ты чё? Давай, давай. Упс. Упс. 81 бакс мой. Так, у меня с фонариком какие-то проблемы. Филипп, как сам вообще себя чувствуешь? Нормально, да? Прекрасно. Упс, вообще, офигенно. Смотри. Но она, по крайней мере, лучше, чем этот товарищ. А, нет, нет, не так. Я тоже откинула. Давай-ка сейчас допинг. Там сзади. Да вижу, вижу, вижу. Yes. Я все это сделаю. Нет, значит. Блин, какой я молодец. Так, бежать. Все, почти дошли, Филипп. Почти дошли. Сейчас тут один пытается проснуться. Да я вижу. Ты его не дашь проснуться, я надеюсь. Ну, он вот крепкие сны пожизненно. Смотри, там еще один жердяй, вот этот толстый. Так что его обходи сбоку. Так, может его сюда заманить? Хм, а как его туда заманить? Может быть мне... Или тут это ядовитая фигня? Да нет, вроде не ядовитая. Сука. Спокойно. Упс. Так. Я предлагаю... Давай. Так. 109 опыта заработал. Вот так невзначай. Ладно, неплохо. Так, надо вколоть себе допинг обязательно. Так, ну что? Ну? Да и туда. Куда туда? Прямо. Хорошо. 60 метров. Спокойно. Я помогу, братик. Ой, у меня-то это... Иссякло? Мана? Мана, да. Все, 111 опыт. Так, блин, сколько у меня там очков-то уже? 200... Ух, еще 25 тысяч надо до следующего уровня. Блин, да не офигели, что-то многовато будет. Так, ладно, я за тобой тогда бегу. Отпирай, далее. Упс. Ой, еще один забей. Если поработать. Давай, давай, восстанавливай. Быстрее, 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 быстрее. Я 709 опыта, отлично. 1800 я заработал. Фу ты, лопату зачем я взял вообще? Еще алкоголь взял. Блин, опять она место... Что-то там у меня встало. Так, вот смотри, там есть еще чувачок. Ну мы уже добежали. И ты уже добежал, Филипп. Да я вас жду, Александр. Как ваше настроение, Александр? Нормальное, а твое? Шикарное. 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 Отлично. Вот мы и... Возвратиться в церковь нам надо. Сейчас буквально до секундочку стоп. Welcome back. Welcome back, друзья. О! Welcome back, товарищи. Ну что там, убегай оттуда. Лучше дать дёру. До церкви-то недалеко осталось у нас. Так, ты где, золотой? Оббегаешь? Так, тут у меня дохляк. Правильно, правильно делаешь. Можно гиганта завалить при желании. Вон он там стоит прям по курсу. Может быть, ну, может быть, не стоит. Я лучше сейчас что-нибудь сделаю, там, починюсь. А, продать мне все. О, средняя аптечка, отлично. Отлично, то, что мне не хватало. Все, заходим в церковь эту. Yes. И кому там, к матушке Елене надо? Стоп, тут что-то белый флаг какой-то у нас. А, я алкоголь же насобирал. Поспешите, пока не стемнело. Ой, а что он там хотел, я уж не помню. Скидывай алкоголь женщине.
Отлично, спасибо. Если найдете еще спирт, опыт она даст, блин, или нет? Yes. Так, все. 6500 опыта, 1500 опыта за что-то дали. Итого 8000. Ну, такими темпами до следующего уровня недалеко. Может, к торгашу сейчас забежим? Поторопитесь. Ты уже у торгаша? Нет, ещё. Так, а я да. Я уже почти дошел. Фрукт. Энергетический напиток. Давайте заключим с ним сделку. Продадим. Значит, продаем. А большой колонн мачете утомляющее продаю нафиг. А мачете хрупкую продаю. Нож для тростника злобная. Пока оставлю. Секач. Нет, вот это вот нож для тростника. Филипп, ты там что продаешь? Продаю. Что ты продаешь? Продаю. Все продаешь. Продаю гвозди. Так, экзотический серп. Так, секач. Нет, стоп. Экзотический серп продаю, потому что у меня оружие мощнее. Автоматическая винтовка, дробовик, пистолет злобный, пистолет тормозной. А, вот этот пистолет, видимо, у меня прокачан, это нет, поэтому тоже продаю. Так, тяжелый пистолет, эффективный. Продаю. Дробовик. Автоматическая винтовка злобная. Продать или не продать? Продать, не продать, продать, не продать, продать, не продать. В принципе, если где-то будет, я смогу взять. Продаю. Может быть, это и неправильное решение в итоге будет. Дробовик. Продаю. Все. Теперь мне надо купить экзотическая палица. Да ну, какая-то неинтересная вещь. На мой взгляд, средняя аптечка. Лучше аптечек накуплю. На несколько тысяч, так сказать. Вот, до 22 сейчас догоню. Вот, 22 тысячи ровно, отлично. Все, мне, по-моему, больше... О, дезодорант! Отлично, сейчас дезодорантов накупим, бомб наделаем. Так, по-моему, там еще что-то надо было. Сейчас я на верстачок сюда и по схеме сделаю бомбочку. Так, создать. Блин. А, вот бомба из баллона. Изолента, я надеюсь, у меня много изоленты. Так, раз... А, все. Зря так много дезодорантов. Гвозди надо искать. Ну ладно, хотя бы одна бомба у меня есть. И то хорошо. Пистолет. Блин, надо сейчас срочно в инвентарь, потому что мне нужно поставить, во-первых, секач, кукри и... Кукри. Да, и калун я поставил. Вот, три алкоголя. Может, три алкоголя слить вот этой женщине, которая здесь стоит? Странно. Так, ну все, я готов. Ты как сам? Да, мне нужно купить аптечечек. Покупай, ты ж там был. Ну, я так. Так, так, что, скинуть просто. Может быть, мне тоже там болты каким-нибудь продать. Так, здесь еще у нас сумка появилась. 54, 81. Плохо, неплохо. Так, плакаты, плакаты, плакаты развесить. А мы, наверное, не все плакаты развесили. Поэтому он жалуется. Так, ладно. Так, что ты там делаешь так? Усиленно мышкой. Аптечечки покупаю. Аптечечки. Ну, хорошо. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну и что там? Аптечечки покупаются. Да хватит, куда ты столько-то? У меня 38 аптечек. Потише, потише, Филипп. У меня... Ну? Ну? 50 аптечек. Ну куда? Все, хватит, пойдем. Пойдем, пойдем. Кумак, смотрите, какое у меня интересное оружие. Где? Какая покажите, интересная. Я не вижу. О, подожди, шкафчики здесь пусто. 45 баксов. Это что, экзотическая палица, что ли? Да. Многие не разделяют нашу веру. Несколько таких грешников захватили полицейский участок. Джин решила отнести им еды. Джозеф отправился с ней. Я боюсь за них обоих. Вы можете вернуть их. Попробуем, конечно. Попробуем, да. 5000 опыта. Найдите Джина машину. Джин, вот эту девочку захватили полицейские. Джозеф хороший человек. Мужики, прикинь, весь полицейский участок там. Прошу. Девочкой. Давай без подробностей. Да я без подробностей, я просто максимально обобщил. Вот, сейчас, одну секунду.